Вечер в хату. Сегодня у нас на обзоре хоррор-игрушка под названием Bug Dolls Sawed Project. Как вы могли понять, это опять какой-то ноунеймовый хоррорец, о котором мало кто знает. И обычно такие игры выглядят отлично. Поэтому давайте сыграем и посмотрим, что из себя представляет данная игра. Так, давайте зайдем в настройки. Чувствительность, эффекты тут есть. Понятненько. Давайте нажмем новую игру. Так, мы очутились в какой-то комнате. Я уже хочу обратить внимание, что здесь просто наилучшая графика. Вы посмотрите на этот шедевр, ребятки. И управление плавное такое. Че это за звуки сирены? Война, что ли, началась? Не надо, пожалуйста. Делаем потише, а то в уши ебашит сильно. Так, мы очутились в каком-то заплесневелом... В какой-то заплесневелой комнате. А это что такое? Платье какое-то или это глаза чьи-то? Ужас. Так, тут какие-то записульки, мы можем подпрыгивать. Отлично. Ковер какой-то, как у бабушки в деревне. С ночи воет сирена. По радио был дан сигнал срочной эвакуации. Я был неделю на больничном, со сломанной ногой и с трудом передвигался. Но сейчас каким-то чугом нога перестала болеть. Информативно. Это играющая с сюжетом получается. Можем посмотреть в окно. Там все серое. И, возможно, там ходят какие-то привидения. Но эта игра связана с куклами, потому что там в меню было написано «Dolls». А насколько мы знаем, «Dolls» переводится как «куклы». Кубики какие-то, цветочки и какие-то занавески старые. Ремонта здесь, видимо, давно не было, радио какое-то. Давайте все посмотрим, потому что мне интересно. О, гляньте, еще и гитарка акустическая. А на ней изображен... Подождите. На ней вроде бы изображен Цой. Или, возможно, мне показалось. Ладно, двигаем дальше. Так, дальше у нас продолжение комнаты. Опа, смотрите-ка. Это какая-то тряпочная сшитая кукла, будто для ритуалов. Такие куклы реально только в колдовстве применяются. Кто в такое чудище играть будет? Ладно. Так, это что такое? Не знаю. Телевизор старый, древнее, чем два моих прадеда. Так, тут чемодан, может быть, они хотели съебаться отсюда, но так и не ушли. Пылесос или что это? Да, это пылесос. Тут ничего нету. О, записки какие-то интересные. Давайте читать. Первое. Чтобы посмотреть карту ниже... А, так, понятно. Это инструкция. Тоже понятно, но мы и без этого разберемся. Так, здесь-то открывается что-нибудь? Ничего не открывается. Картина... Ой-ой-ой! Блять, меня телепортнуло резко. Какие-то книги старинные. Блять, эта игра очень качественно сделана. И комнаты прям все четко детализированы. Вы на это посмотрите. Тут какая-то картина изображена старинная. Возможно, это жители этого дома. И гляньте, по 4 рюмасы водки. Надеюсь, хоть не пустые. По всей видимости, пустые. Ничего в них нету. Камера какая-то. Ее мы взять не можем. Ну, ладненько. Давайте... Опа, еще картины. Да тут целая какая-то семейная религия фотографий. Ой, что я несу? Ну, короче, тут фотографии каких-то жильцов, наверное. Это что такое, свет, что ли? Ладно, выходим. Открыли дверь. Ну, ничего себе. А тут уже более-менее все выглядит. Скорее всего, это была комната стариков. А дальше уже идет более-менее такой обзор квартиры. Так, это кухня, да? Тут нож, буханка хлеба и ключ. Отлично, вы подобрали ключ от входной двери. И водка с пивом стоит с рюмкой. И втыкнутый нож. Это не к добру, чувствую я. Это же мем. Смотрите, тебе предлагают бухать будешь, а ты такой: не, бро, я не пью. Я не пью, я только телок ебу. Так, холодос. Старый, вонючий, ржавый, не открывается, короче, он. Кастрюля пустая, на удивление. И банка с огурцами! Я хочу огурчиков! Я люблю малосольный огурчик! Кружка какая-то и спички. Отглоданный кусок яблока и опять бутылка пива. Ничего интересного, можем отсюда уходить. Чемодан опять, тут слишком много чемоданов. Это что, аптечка? А зачем? Меня же пока еще никто не покулечил. Хотя, возможно, в этой аптечке находится что-нибудь запрещенное, кто знает. Но если тут есть аптечка, значит, нас кто-то будет кусать, в жопу ебать. Ну, вы поняли, да? Опа. Здрасте, приехали. Что вообще произошло с моей ванной? Да блять! Вы что, ебанутые? Вы что в такие моменты рекламу-то пихаете? Ужас. Фу-фу, говно, уберите. Так. Это... Ёбаный рот. Вы посмотрите на это пугало. Это и есть те самые куклы, которые были упомянуты ранее? Это же реально какие-то жуткие куклы. Они на трупы похожи, младенческие. Может, это выкидыш? Я не знаю, что это, но это выглядит очень крипово. Уберите отсюда этого, пожалуйста. Еще и свечки. Гляньте, разлеглась. Принимает спа-процедуры. Пипец, еще и горшок земляной там что-то делает в ванне. Может, это вообще нечисть из параллельного мира явилась сюда. Это кукла Аннабель, ребятки, в реал-лайф. Ну ладно, это всего лишь игра. Так, здесь что?
кассеты. Ну, нихуя тут нету, можем уходить, у нас есть ключ от двери. Дверь открыта ключом. Мы выходим в подъезд. А зачем ты сегодня проснулся? Я таким же вопросом задаюсь. Но, видимо, такова судьба, значит. Так, тут у нас заколочено все досками, здесь, скорее всего, никто уже не живет, судя по состоянию этого дома. Тут какие-то отсылочки, какие-то подсказки, что-то 3, 0, 6, я не знаю, что это. Какой-то сатанинский культ, что это вообще такое. Эта игра какая-то очень слишком загадочная. А это открывается? Открывается. Что здесь? Буква Е. Вы подобрали часть трансформатора. Что такое трансформатор, я не знаю. Нихуя тут все в кровяке. Кто здесь вишневым джинтоником рыгнул? Признавайтесь. Все обливали, суки. Ужас. Ладно. Так, цветочек стоит. Бедный цветочек. Никто его, наверное, больше никогда не польет. Ну да ладно. Открываем. Ой-ой-ой! Что это было? Вы что, совсем уже ебануты? Я же пискалась от страха. А, это радио. Камера или что это? Да закройте вы эту хуйню. Блять. Ладно, насрать. Гляньте, тут в кроватях эти куклы лежат. Похоже, это какой-то эксперимент над куклами. Какой еще может быть эксперимент? Что за чучело, я не понимаю. А это что такое? Это какой-то здоровый жук. Пиздец, блядь, вы на это посмотрите. Эта игра походит на какую-то преисподнюю, вам не кажется? Опять ритуально куклы, еще и свечка рядом. Что-то меня это пугает. А это что такое? Вы подобрали порох. Чей порох? Ладно, ключ какой-то. Вы подобрали ключ от хранилища. А где хранилище? Блядь, вы на это посмотрите, они еще и сидят. Чудища. Не болтай. Ок, буду молчать. Спасибо за гостеприимство, я пошла отсюда. Так, давайте идем дальше. Игра выглядит очень качественно, мне уже нравится. Она, наверное, очень длинная, по всей видимости. Так, мы вышли в подъезд. Тут у нас коляска и велосипед. Порчу стены для тебя. Ой, как это мило. Уходим. Да какого черта? Это что, гроб? Везде эти странные куклы. Что тут вообще произошло? Скорее всего, здесь какие-то ритуальные ведьмы, колдовство всякие, колдуны-пердуны тут постарались, да? Опять радио. Найти машину, чтобы уехать из города в безопасное место. А, это наша задача, да? Вы посмотрите, как тут все разъебано. Я не понимаю, это походит на какой-то Silent Hill. Не, ну серьезно. Здесь все раздолбано, это, походу, реально последствия войны. Вот тут кто-то свое горе запивал бутылочкой водки. И записка. Идите к синей метке, чтобы найти верстак. Спасибо за подсказку. Гляньте, буханки хлеба. Короче, тут аппетитные буханки хлеба. Ими еще позавтракать можно. Поэтому, если что, мы запомнили это место. Такой-то бункер. В нем, возможно, кто-то прячется, а возможно, нет. Я не знаю. Какие-то клумбы. Ой. Это что такое? Что за звуки? Вы посмотрите на это. Сидит. Я не понимаю, эти куклы что тут? Оборудовали свою жилплощадь или что? Их тут просто полно. Вы посмотрите на это. Лежит. Ай. Блять! Что это было? Надоели уже. Хули вы так пугаете? Гляньте, эта кукла лежит в гробу. Выглядит это реально очень крипово. Блять, у меня еще с управлением что-то. Трэш, ребятки, это просто какой-то трэш. Посмотрите, эти куклы еще голые, какие-то гнилые, сгнившие. Они реально похожи на трупов каких-то с гангреной. Ужас какой-то. Гляньте, посмотрите на эти клумбы. Это прям, знаете, в старинку у бабушки в деревне вот такие клумбы. В колесах. Эта игра веет какой-то, знаете, ностальгией. Кто-то ржет. Это, скорее всего, куклы ржут. А что это такое висит? На дереве. Что это? А, это велосипед. Ну заебись. Чего в жизни я только не видел, но висящих велосипедов не видал никогда на деревьях. Так, это что такое? Сортир, да? А, нет, это кто-то мебель выебнул. До помойки, видимо, не донесли. Решили рядом с домом поставить. Ну ладно. Давайте осматривать все. Тут просто куча всего, что мы можем посмотреть. Тут какие-то головы опять этих кукол вонючих. Так, начало перспективнее... Блять, подождите. Начало... Перспективнее помидор вкуснее огурца. Что за пиздец? Метелка какая-то. Может взять эту метелочку? Поеблищу кому-нибудь надавать? Ёбаный рот. Опять этот жук. Его тут еще и расчленили. Что за мутанты, блядь? Как же это мерзко выглядит, ребята. Фу, я не могу на это смотреть. А если оно живет? Ладно, не будем каркать. Опять что-то. Опять порох мы подобрали. Я не знаю, зачем. Здесь что? О, аптечечка. Спасибо, аптечка мне вот прям пригодится. Наверное. Пошлите отсюда. Двигаем дальше. Блять, вы посмотрите, реально. Это что за сатанинский культ? Эти куклы как живые стоят что-то тут. Че, ручки греешь, да? А хуй ты греешь ручки-то? Чудовище. Ебать, ебальник страшный. Ладно, пошлите дальше. Все раздолблено. Труба. А в ней дырка анальная. Можно заглянуть?
Нельзя, видимо. Ну ладно. Тут еще какой-то дом. Давайте посмотрим, что тут. Опять столик. Заходим в хату. Вы нашли верстак. Отлично. Ребята, тут слишком большая карта и слишком много взаимодействия. Игра реально длинная. Найти запчасти для сборки ловушки капкан. Для кого нам капкан надо придумывать? А вот инструкция. Необходимые компоненты. Капкан, огнетушитель, металлическое крепление. Поняла. А вот и верстак, да, ребята? У вас нет капкана, чтобы собрать ловушку. Ну, значит, потом найдем. Опять записка какая-то. Да, тут опять инструкция. Мы сами разберемся. Опять аптечка. Аптечки лучше подбирать. Если их так много, значит, так оно надо. Повторяется, кстати, интерьер. Хотя это уже какой-то другой дом. Опять порох. Ну ладно, возьмем. Пригодится. Идем дальше. У нас, кстати, подсказки, видите? Ладно, двигаем отсюда. Вот, блин, я застрял пройти. Не могу, тут эти вонючие поддоны мешают. Чего стоишь, смотришь, пиздюк, бля? Пошел ты. Так, тут еще кукла, только она уже сидит, срет. Я говорю, тут сортиры у них деревенские. Я не помешаю вам какать. Я возьму вот эту штучку и пойду. Так, а тут кукла решила пожарить сосиски, да? На костре, только сосиски подгорели, по всей видимости. Вот и кетчуп тут, да, находится. Я вам не помешаю? Можно я присяду? Вы не против? Ладно, она против. Гитарка опять. Реально очень атмосферно все это дело выглядит. Опа! Сундук опять с порохом и аптечкой. Пока что слишком много пороха. Я не знаю, для чего он. У меня уже 6 штук этого пороха. Пошлите отсюда. Мы тут все посмотрели. Идем дальше. Так, так, так. Будет только... Что? Там дальше непонятно. Козлы, не ломайте гараж. Тут не... нет нихуя. Понятно. Но раз тут нет нихуя, что бы этот гараж не сломать? По всей видимости, эту игру делали русские разрабы. Ты куда это просишься? Нищеброд. Не видишь, забор стоит, никто тебя не пустит. Опять что-то горит, тут слишком много чего горит. Что тут все горит-то? Скоро пизда моя загорится. Обещали будущее взамен школьное сочинение. Ой! Обещали будущее взамен школьных сочинений. Интересно, интересно. Какие-то буквы. Не знаю, для чего мы их собираем. Тут слишком большая... Ой! Это что такое? Блять, ребята, это какая-то кукла! Она на меня движется, сос! Помогите, помогите! Нет, 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 нет! Оно еще и так передвигается быстро, вы посмотрите, позъебало чучело. А, нет, не подходи ко мне, пожалуйста. Иисусе, Отче наш, на небесах, защити меня от этих сатанинских проделок. Ладно, погнали отсюда, пока это чучело меня не увидело. Давайте поскорее сюда. Нужен ключ, кажется, он лежит на кухонном столе. Какой, блядь, ключ? Меня сейчас поймают. Ты что, совсем? Блядь, скорее. Да тут все заперто, ну вообще не вовремя. Чует моя попонька, скоро настигнет смерть меня. Кто орет-то? Не орите, ПЖ. Ой, мы вернулись туда, откуда пришли. Нам туда не надо. Возвращаемся обратно. Мы не осмотрели много еще чего. Ой, игра подзависает. Так, здесь что? О, господи, опять эти жуки вонючие. Опять порох? Да заебал меня этот порох. Не буду я больше его брать. Машина какая-то и кукла сидит тут, пиво дует. Ну пипец, блин, круто тебе, да? Это что за домик? А, так это же наш домик. Хули мы возвращаемся туда, откуда вы пришли. Не потеряйся в том, чего нет. Мудрая цитата. Ванна валяется. Ёбаный рот. Что здесь написано? Ну-ка, дайте прочитать. В космосе лучше, чем на Луне. О, нет, в космосе лучше, чем на улице. Что? Кто это орёт, я не понимаю. Что за звуки странные? Вы меня напугать хотите? Это что за горка? Что это такое? Я не знаю, что это, но я забрался сюда наверх. И куда мне двигать дальше? Может, вот сюда вот так наступить? О, гляньте, я реально иду. Блять, я дальше пройти не могу. А хотя вот так перепрыгну, да дальше пойду. Нифига тут, смотрите, вообще полная свобода действий. Какие-то цветы завялые. Ладно, двигаем дальше. Мы идем по этому интересному за... Вот это чучело с оленями рогами! Надеюсь, оно меня не увидит. Ты вообще, что такое? Это кукла ходит? Я не понимаю, что это за гнилое уебище тут шароебится. Какой-то вагон. Троллейбус какой-то, автобус, что это, я не знаю. Блин, давайте пока туда пойдем. Что здесь лежит? О, капкан! Мы его искали, ребята! Капкан, он нам нужен! Так, и записочка. Ты... Привет, ты прям следуешь за мной по пятам. Мы обязательно встретимся, но еще не время. Я тебе помогу с компонентами для ловушек, но взамен от тебя потребуется одна услуга, которую ты узнаешь позже. Что? Опа! А вот и карта. Так, понятно, карта здоровая, локация здоровая. Локация... Ой, чувствует моя попочка, игра будет очень долгой, и заодно видео мы не пройдем. Здравствуйте, милейший, вы клумбы поливаете, вам помочь? Молчит, видимо, не нуждается в моей помощи. Ну ладно, ладно. Кто это орет?
Ой, я тут по клумбам топчусь, извините, больше не буду. Так, а где вообще вход в это здание? Я не понял, что ты. Можно я зайду сюда, наконец-то? Глянь, там наверху еще что-то. Как туда забраться наверх? Да дайте пройти, надоели. Какие-то сараи. Оставь свои сомнения. Хорошо, хорошо. Опять какой-то сарай вонючий. А это что такое? Это что-то связанное с электричеством? Ладно, мы это подобрать не можем, значит, это не обязательно. Это что? Нихуя непонятно, ну ладно. Кто это орёт? Меня эти звуки реально настораживают. Опять сидит. Чё сидишь? Жопу отсиживаешь. Так, ладно. Давайте обойдем кругом весь этот дом. Если вход мы не найдем, то пофиг. Каждый лишь в конце своего пути осознает суть его начала. Хватит уже со своими мудрыми цитатками. Дайте мне уже прямо подсказку, что мне надо делать. Ой, мы вернулись опять в начало. Я все время возвращаюсь, мне уже надоело это. Так, давайте снова запрыгнем вот сюда вот. И вот сюда вот. И пойдем путешествовать. Надеюсь, это пугало, которое тут ходит, до меня не доберется, потому что мне его здесь нахер не надо. Вы посмотрите на них. Оно ходит там! Это не к добру, ребята. Давайте аккуратненько вот так пойдем. Надеюсь, оно меня не увидело. Спрятались мы за троллейбус. Да, блядь, да... Ёкалэмэнэ, дайте пройти. Вы слышите эти звуки странные? Тут как будто что-то шевелится. Чё стоишь-то посреди дороги? Нет! Ой-ой-ой-ой-ой, да отъебись ты, вонючка! Лысая, ребята, помогите, помогите! Фу, как он мерзко, он еще так мерзко ноет! Отстань! Христа Бога, отстань от меня! Блять! Ребята, оно бежит! Помогите, мама! Вонючие уроды! Начало перспективнее конца, помидор вкуснее огурца. Блять, это лысая уебище за мной побежала! А почему некоторые из них... Вообще не шевелится, а некоторые ходят. В чем прикол? Да блять! Надоели. О, гляньте, оранжерея. Огурцы-то хоть есть? Видимо, нет. Пиздец, я пересрался! Ребята, что это было-то вообще такое? Ебаный рот. Ебучие куклы. Гляньте, опять стоит. Стоит. Надеюсь, она меня не увидела. Двигай отсюда. Как мне вообще пройти? Гляньте, и пошел, и пошагал, и пошагал. Щи в припрыжку. Может, ты свалишь уже, нет? Дай-ка мне уже как бы походить. Ужас, а как от этих кукол обороняться-то вообще? Я не понимаю. Ладно, давайте аккуратненько пойдем. Надеюсь, она меня не заметила. Она меня заметила! Ребята, помогите! Помогите. А ему вообще похуй, он ходит даже меня. Ёбаный рот, да что здесь происходит-то? Чё за иллюминатские знаки? Это реально культ сатаны какой-то. Давайте заберемся наверх. Посмотрим, что там интересного есть. Нифига себе, тут лазейки. Да тут можно путешествовать хоть целую вечность. Тут столько всего интересного и неизданного. Как мне перепрыгнуть сюда? Можно я перепрыгну сюда или нет? Дайте мне перепрыгнуть. Пидорасы. А если я вот так вот сделаю? Неа, нельзя. Ну и пофиг мне, вообще пофиг. Деревья какие-то странные, листья у них странные. Ну ладно. Двигаем. Жопой. Опа, ничего себе местечко. Мы за мир. Какой-то Советский Союз еще пропагандируется. В чем вообще суть этой игры, вы поняли? Да почему управление-то глючит, я не пойму. Это вообще что такое, какие-то... Частей трансформатора, вам нужно 70 частей. А, у меня всего 6 их. Ну да ладно. Коробка какая-то. И радио. Ничего больше примечательного тут мы не наблюдаем. А значит что, мы можем отсюда валить. Можно наверх? Нельзя. А, во, можно выйти. А дверь нельзя открыть. Да идите вы к черту! Че мне теперь по 200 раз тут обходить, что ли, все? Тут вообще какие-то куклы безобразные бегают. От них пиздятинкой воняет. Что мне делать? Ладно, давайте двигаемся дальше. У нас еще есть... Так, ребята, надо, чтобы это чучело нас не заметило. Прячемся за автобус. Потому что я не хочу, чтобы меня спалили с поличным. Надеюсь, оно сюда не пойдет. Опять костерок. И надпись легендарная «Цой жив». Это-то тут вообще при чем? Судя по всему, разрабы этой игры русские люди. Каждый лишь в конце... Да, блядь, повторяется фраза «Зачем?». Так, а что вообще нам делать? Какие-то локации однотипные дальше пошли. Ладно, так уж и быть. Давайте, ребята, погибнем и закончим на этом игру. Если вам понравится, мы ее продолжим. Поэтому давайте искать это чудище страшное и посмотрим, как оно вообще убивает.
а оно уже исчезло. Растворилось, будто и не было здесь никого. Я не понимаю, в чем прикол этих кукол? Тут реально сатану вызывали или что? Вот эта вонючая кукла. Не поймаешь. Ой! Я в ловушке! Вы совсем охуели, выпустите меня! Еще и клетка. Вы посмотрите, вы это видели? Это что было-то? Нет! Иди отсюда, иди нахуй! Иди отсюда, вы говно вонючее! Походу, меня убили. Ну да похуй мне. Я все равно не собиралась проходить эту игру в этом видео. В общем, ребята, ой, а почему у меня язык английский? Русский же был. Ну ладно. Вот такая вот игра. Как вы могли понять, она очень интересная. Я обязательно выпущу по ней продолжение. А вам остается только ждать. А так, всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Люблю вас, мои пупсики.